Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Чего только не спрашивали у меня за эти вот 4,5 года, что наш канал в этом формате существует в нынешнем. В частности, спрашивали несколько раз, как мы преподавателей отбираем. И, наверное, пришло время сказать пару слов, потому что вот сейчас нам нужен преподаватель. То есть я как бы объявляю, что есть вакансия. Как мы отбираем? Значит, надо, чтобы человек был из тестирования. То есть есть, например, такая... Да, есть, например, такая идея у человека, который, например, программирует. Он говорит, ну а что там тестирование-то? Что там делать? Конечно, но там... Тем не менее, есть определенный, то, что называется, mindset, да, то есть определенный вид, как бы, из окошка, который должен присутствовать, иначе ты других этому не научишь. Поэтому, значит, человек должен быть из тестирования. Ну, хотя бы там, может быть, пару лет. Даже, может быть, например, человек с хорошим бэкграундом техническим, и там, может быть, он всего год был в тестировании, но он, ну, как бы... поймал, так сказать, ту фишку, которая нам нужна, вполне нормально может быть. Дальше что? Английский должен быть хороший. Достаточно хороший, чтобы, во-первых, чтобы тебя понимали, чтобы над тобой не хихикали, как ты говоришь, и там, ну, как бы, да, должно быть адекватно задача. То есть более-менее должен быть нормальный английский. Должен быть живой человек. В том смысле, что он должен постоянно там какие-то новые задачи решать у нас на работе. То есть он должен проекты какие-то постоянно подбирать, потому что мы в класс все время несем новые проекты, чтобы они не, как сказать, не заполоняли рынок одним и тем же проектом. То есть мы стремимся, это не всегда удается, но мы к этому стремимся. Поэтому нужны люди, которые будут не саботировать это, а будут радостно браться за новые проекты. То есть как бы с интересом к жизни. Соответственно, отношение к работе должно быть такое, что это то, что ты любишь делать и хочешь делать, а не то, что вот ты тут сейчас сядешь тихонечко, там посидишь, отсидишься там, ну, просто отсидеться где-то. Вот так не годится. То есть нам нужен человек, который реально... рвется в бой. Дальше что? Думаю. С точки зрения денежки, понятно, что преподаватели не зарабатывают столько, сколько люди в индустрии. Есть свои преимущества в преподавательской работе, там, а есть свои преимущества в работе в индустрии. Это разные вещи совсем. Вот, поэтому, значит, я пытаюсь как бы ответить на вопросы, сколько там денег. Ну вот на самом деле сильно от человека зависит. Сильно зависит, но если это действующий как бы инженер, там, тестировщик там, и так далее, он хорошо зарабатывает в индустрии, мы столько платить не можем. Это совершенно очевидно. Дальше что? Дальше у нас человек должен быть американско-работоразрешенным. Да, то есть мы не можем кого-то привозить из другой страны, мы не можем заниматься визами и вот этим всем. В идеале человек должен был бы жить в Кремниевой долине уже. И, в общем-то, тут много наших выпускников, я думаю, очень многие могли бы и хотели бы, я надеюсь. Вот. И я это все рассказываю, потому что я понимаю, что есть люди местные, которые нас слушают. Вот, может быть, они заинтересуются, я вот больше для них. Но если человек живет где бы то ни было в США и тоже хочет, так интересуется и так далее, ну, я буду очень рад. То есть как бы никаких проблем нет с тем, чтобы взять человека, который находится в США и готов переехать. Вот. Значит, что преподает наш преподаватель? Преподает он много разных дисциплин. Но не безумно много часов на каждую. То есть там нет какой-то сверхглубины, даже близко. Значит, что преподает человек? Да, он начинает, может быть, там с неполного набора всего, что есть. Но потихонечку должен как бы распространиться на все остальное. У нас есть тестирование.
такое, как бы прямолинейный такой курс, Black Box Testing, там тест-планы, тест-кейсы, всякие дела, вот вокруг этого, баг-репорты, методология, терминология, там проектики маленькие и так далее, по тестированию. У нас есть мобильное тестирование, тестирование мобильных приложений. Все курсы отработаны, то есть не то, что вот вы должны придумать свой курс. Курсы есть, там к ним презентации, PowerPoint, там все есть. Есть записи на видео, где, ну, как бы рассказывается там все, что надо. То есть встроиться в существующий курс проще, чем, например, создавать свой собственный. Вот, поэтому, хотя никто не против, чтобы человек там как-то варьировал в согласованных рамках, но в том смысле, чтобы вскочить как бы на это все. Есть материалы достаточно, так сказать, много, которые помогают в этом плане. Значит, тестирование мобильных приложений. У нас есть такой ликбез небольшой, технический. HTML чуть-чуть, JavaScript чуть-чуть, там, SQL. XML там немножко, ну, что там еще, не помню, протоколы сетевые. Да, ну не глубоко, достаточно поверхностно все это, для того, чтобы можно было в других дисциплинах использовать, вот на этом уровне, который преподается. Значит, вот такой технический ликбез, потом преподается автоматическое тестирование. Ну, вот сейчас это у нас Selenium WebDriver. С Java, с Python, с Ruby, там, с чем человеку хочется, значит, с тем и пойдет. Но на самом деле я бы сказал так, что мы ожидаем от педагога, что он, может быть, не сразу, но в какой-то момент ему будет без разницы на Java, на Python, там, или на чем-то. Опять, эти курсы читаются у нас. Вот мы завтра начнем записывать, у нас такое оборудование уже практически установлено. Мы сейчас работаем с качеством звука, вот с этими делами. Но все записывается, все можно посмотреть. И раньше было очень много записано. И стримить мы можем там, если надо будет. Но это, может быть, педагогу не нужно. Но, во всяком случае, есть очень много записей, по которым можно разбираться. То есть должен быть человек, который хочет разбираться и который в состоянии разбираться. Это важно. Вот, то есть такой живой, энергичный, чтобы студентов как бы так зажигал и сам светился, так можно сказать. Ну, вы видели наш народ, у нас, в общем, такие все заводные, вот, неравнодушные люди, поэтому у нас равнодушная — это смерть. Вот примерно так, с точки зрения таких условий, мы начинаем поздно, мы начинаем в 10 часов утра открываются двери. Ну, двери, может быть, чуть раньше открываются, а уроки начинаются в 10. Вот урок с 10 до 3. Значит, есть уроки вечерние с 7 до 11. Но обычно это ведут не наши педагоги, которые в штате, а обычно это ведут люди, которые приглашенные из индустрии вечером. Вот есть любители попреподавать, вот они ведут. Вот. Хотя иногда и нашим тоже бывает, что нужно на замену выйти, там что-нибудь такое тоже бывает, что и вечером тоже приходится. Но, в общем, мы стараемся этого избегать. Вот с 10 часов у нас уроки, а в 7 часов у нас начинаются вечерние классы, и можно сказать, что в 7 часов у нас закрывается дневная часть. Педагоги, когда они уроки не ведут, в это время они проводят всевозможные тесты, они проверяют контрольные работы, они готовятся к урокам, они какие-нибудь проекты ведут внеурочные. У нас бывает такое, что компания какая-нибудь попросит потестировать. Вот эти педагоги, они как бы ведут проекты. То есть человек, который у нас работает, должен быть в состоянии вести какой-нибудь проект с относительно небольшой группой студентов, потому что есть еще проекты, которые в классе, со всем классом идут, а это так вот, помимо того. Кроме того, это человек, который в онлайн-классе тоже может мне помогать. Я веду половину всего онлайн-класса, там 40 занятий, я веду половину, то есть вот то, что тестирование, наш основной такой курс, и включает поиск работы. Но есть еще у нас 20 часов на мобильное тестирование, 10, и два проекта, еще 10.
мобильный проект, как-то так обычно встроен органично в курс мобильного тестирования. Вот, они там как-то так теорию изучают, и тут же проект у них. Поэтому получается как бы 15 вот на эту часть. И еще 5 часов, 5 занятий – это какой-нибудь вебовский проект. Так что вот такая позиция. Да, у нас достаточно гибкое расписание, у нас достаточно гибкое, как сказать, планирование с отпусками. Надо отойти или отъехать, или там смотаться куда-то и так далее. Не вопрос. То есть мы очень гибко и органично, значит, там подстраиваемся, перестраиваемся и как бы создаем такой, ну, как сказать, лайфстайл, да, для наших педагогов, когда у них есть много гибкости. Вот. Но, тем не менее, я думаю вот сейчас о том, какие люди у нас бывали там и так далее, разные. Я думаю, что те, кто у нас задерживаются, это все-таки люди, которые, у которых на первом месте интересы студентов, желание как бы дать им знания, желание видеть их работающими, успешными и так далее. Это то, что совершенно необходимо. Без этого у нас человек не задержится, просто потому что он не впишется в систему. То есть система работает на студента. Не на всякого, а вот на мотивированного, на адекватного, на как-то hardworking, то, что у нас говорят, да, который старается, который впахивает. Вот эта система вся построена так, чтобы ему дать возможность вот этот свой труд реализовать в виде там работы, карьеры, какой-то перемены в жизни и так далее. Вот это очень важное качество. Соответственно, у человека должно быть чем поделиться. Понимаете? Помимо технических каких-то знаний или там профессиональных, которые нужно поддерживать и там все время шлифовать. Но помимо этого есть еще вот человеческое тоже. Так что, ну, в общем, я вам рассказал. И вопрос такой, значит, если кто заинтересовался, ну, те, кто на местности, они могут элементарно просто позвонить в школу и сказать, а я вот интересуюсь, там, оставить свои координаты, мы свяжемся. Кроме того, если это наши бывшие выпускники, так это еще проще. Они могут заскочить, они могут позвонить, они могут прислать имейл, хотя имейл менее надежно. Вот, может быть, лучше позвонить или в скайпе мне написать. У меня скайп – это наиболее надежный способ войти со мной в контакт. У меня практически ничего не пропадает. Хотя был период какой-то, я заметил, когда люди, которые давно ВКонтакте, ну вот скажем, там несколько лет, и не было никакого общения, и вдруг они через 2-3 года возникают, значит, я не получал их сообщений. То есть какой-то глюк был в скайпе, такое вот было недавно. Но во всем остальном это довольно надежная такая штука, поэтому вот для меня скайп наиболее удобный. Ну, вот, наверное, и все. Да, еще что, у нас часть найма не только сотрудников, но и часть процесса записи студентов. Мы им всем даем тест такой психологический, как бы. Вот. Мы по тесту никогда никого не отсеяли. Но он нам дает некоторую идею, некоторое понимание того, какие слабые места потенциально могут быть там у человека и так далее. То есть мы тогда начинаем разговаривать и спрашивать, а что тут, а что там как-то, ну, чтобы понять, что реально происходит. То есть мы не то чтобы абсолютно полагаемся на какие бы то ни было тесты, но во всяком случае относимся к этому как к инструменту, который может потенциально помочь снять напряжение, которое со временем может возникнуть, а может не возникнуть. Такое дело. Поэтому вот мы еще тестик даем. Вот, наверное, и все. Так что я приглашаю местных и по всей Америке разбросанных наших, так сказать, собратьев по профессии с разрешением на работу,
вот, и так далее. Счастливо!